Так, на чем мы остановились? Вот тут мы остановились. Ну, давайте просто тогда поступим. Вытащим ее. Так. Теперь сбоку победим. С этого боку. И потянем ее назад. Это будет G, Y. Вот. Теперь вот эти два вытянем вперед. Е. Так. Этот. Вот этот вот. Сделаем немножко назад тоже. G. Ну и по Y. Вот так вот. Раз. Хорошо. А вот эту чушь, которая получилась, мы сейчас исправим. Сверху посмотрим. Вот это, вот видите. Вот это. Потянем, потянем, тянем, потянем, вытянуть не можем. Вот так вот. Здесь. Отлично. Так, хороший у нас получился и бампер. Так, ну а это отдельная песня, да? Е, И, Б. Нет? И индивидуально нет. Но мы сделаем по-другому. Мы сейчас скажем. Так, что я хотел? Я хотел здесь сказать. Подождите, это мне надо вот этот, вернее, ребра выбирать надо мне. Я не хочу через весь автомобиль тянуть Ctrl-R-чики, то есть Subdivision. Никак. Все, не могу никак. Короче, запомните, если вертикальный, значит я выбираю вертикальный. Ctrl-R. Не Ctrl, а Subdivision. Вот. И фига, что получилось. Замечательно. Ты говоришь, о чем? Вот эти две могут, наверное, Subdivision провести, а я нет. Так, понятно. Тогда следующее. Можем задвинуть это в этот. Вот что мы с вами сделаем сейчас. Мы задвинем вот эти внутрь. Е. Так. Вот так. Потом заменим это. Уберем. Вот. Но это странно оно, конечно, делает. Это очень странно происходит, что здесь. Я не знаю, почему. Не трудно. Не трудно вам ответить. Поэтому, чтобы не мучиться в сомнениях, мы возьмем сейчас вот эту сначала и скажем Ctrl-B. Вот так наклоним ее сюда. Теперь возьмем вот эту, скажем Ctrl-B. Тоже вот так сделаем. Так. Угу. А здесь мы просто-напросто тогда сделаем следующее. Выкрутимся. Shift A. Возьмем палочку, сделаем из вот такой штуки. G по X.
Нет. Мы сначала выключим все вот это вот. И с палочку сделаем отдельно, да? Кубик. Выдвигаем кубик. Мы просто хотим жить. Так, двигаем на G по Y. Так. И тут насколько можно уменьшаем. Так, допустим, да, потом S по X. Вот такую делаем палочку. И потом последнее S по Y. Вот такую сделаем. Так. И потянем ее на место. На место, значит, вот сюда. Вот сюда. Принц. И смотрим. Угу. И говорим, что она должна быть поуже по X. S по X поуже. Так. И S по Z немножко побольше. S, G по Z немножко пониже. Все. Смотрим спереди. Так, и двигаем. G посередке, допустим, да? Плохо видно. Так, и задвигаем внутрь. Вот так задвинули внутрь, смотрим. Здесь может быть как раз столько, сколько нам нужно. Раз, два, три. Или четыре. Или кто его знает. Давайте воспользуемся ARM. Уберем все его трансформации. Возьмем Array. Вот так. И скажем, сколько нам надо. 4. Поместится 4. Я думаю, да. Я бы такое, что я бы и 5 поместил. Угу, так он красивше гораздо. Скажем apply. Теперь вот эти выберем apply-чик. Уберем трансформации. Скажем set по 3D курсору и mirror. Ну и чем плохо? Что почему-то средняя стала такой толстой? Это мне непонятно. Ну-ка. Как она так умудрилась? Ну, нужно сказать, ладно, да, но я хочу узнать, в чем дело. Тут еще одна, оказывается, торчит. Вот поэтому. Она вдруг стала такой толстой. Ну-ка, вытащим ее. Жи. Да, нет. Давайте-ка я в стороночку отведу. Жи. Эту включу на мод. А, ну понятно. Две таких будет такая ерунда. Понятно. Так, тогда... Вот, видите. Надо... стучаться. В чем, в общем-то, дело, ребята? Безобразие. Две таких дают такую толщину. Поэтому и нам надо сейчас G сказать по X и сдвинуть их вот так на толщину вот этой палочки. Точно будет такая толщина. Можем эту тоже немножечко вот эту вот толчоночку, вот эту вот толчоночку. А, чуть меньше сделать по X. S, X. Вот.
так. Вот. Теперь ее то же самое. Убрать все эти, сказать array. За t 4 5 подвинем на место сейчас dx вот сюда, да, и видим, что можно еще вытерпеть одну 6 есть и внутрь ее dy, ну ее внутрь запихали. Так, единственное, что... Ну-ка. Вот эту часть нам бы поглубже. G по Y. Чтобы решетка была более такой симпатичной. Да, все хорошо. Так. А, мы скажем, мы довольны очень. Apply. И теперь можем сказать, что set origin 3D cursor и mirror. Интересно, по-немецки Шпигель, здесь Майрор. Ну, я считаю, что хорошо она себя повела. Как бы, ну-ка, секундочку, еще один. Вот. Тут я как бы специально делал, чтобы можно было вот этот, подождите. Так, 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 так. Немножко увеличить, да? Но стоит ли она того? Сейчас посмотрим. Выглядит, конечно, носато, мощно, но... Я не думаю, что мы должны это сделать. Если уж на то пошло. Е. И С. Так что ли? Так лучше смотрится. Так, если я потяну G по Y сюда вот. Получим такой бульдожий нос, в то же время немножко поднятый капот. Ну что ж, ладно. Давайте посмотрим сбоку и потянем ее. Этот капотец потянем назад. Ну, типа вот так. Все. Все, теперь отлично. Далее Ctrl-R. Неплохая кабина получается, Ctrl-R. А почему не хотим? В чем дело? Опять тут уже что-то есть такое контролеристое, да?
Да. Вот он. Зачем он тут? Кто его посадил? Ага. Сейчас. Если удалять, то удалять вот этот. Ненужный. Вот. Все. Теперь можем сказать, да, Ctrl-R. Ctrl-R. Ага. Секундочку. Ну и в какую. Вот гадость какая. Ах ты гадость. Так, а так. Не так, не сяк. Не жопа, а присяк. Понятно. И вот ничего ж не поможет. Вот в этом плане прям вот хочется рвать и метать. Вот. Выбрал. Скорее всего, здесь что происходит? Во-первых, надо все выбрать. Так, ребята, так. Все выбрали, да? Как-то странно, что у меня это колесо, но не там, где нужно. Ну ладно, потом поменяем. Так, первое, что сделаем, это мы пойдем M и скажем, что дистанция. Так, он скажет, ну все нормально, все отлично, да? Следующее мы возьмем Alt-M. Точно? А нет, Alt-N. И скажем, вот нам надо репликат сделать всех этих. Скорее всего, подозреваю, что здесь не все в порядке именно вот с этим. Так, и удалим ненужное. А, так, ребро удалим. С нормальными. У меня такое сдается впечатление. Так. И мы это дело удалим. И можем, конечно, проверить. Как бы пока вроде бы все нормально. Все смотрят наружу. Никто не пытается что-то другое сделать. Посмотреть в другую сторону. Так, здесь я вижу тоже все нормально, но тогда мне понятно. Тогда непонятно, почему мы не хотим почему мы не хотим вот здесь просто-напросто сказать контроллерчик. Видите, вот до отсюда и все. И как будто это не полигон стоит, а непонятно что. Иногда бывает трудности. Так. Надо подумать, в чем, собственно, дело. Я думаю, причина вот тут. Мы должны сказать, что M центр. Вот так соединить их. Так. И чуть убрать низ. Уже подготовил. Ой. Так. Еще раз последняя попытка. Последнюю даю тебе возможность. Зараза какая. Теперь Ctrl-R. Вот. Теперь здесь не работает, да? Еще раз, Ctrl-R. Так. Ну, здесь придется резать. Вот это взять и К. К, К, К. Ка-ка-ка-ка-ка. Вот так. Разрезали. А далее вот тут мне тоже надо разрезать. Хотите, не хотите. Это у нас Y, да? S, Y, 0.
Так. Сыграет моль. И потянем. Вот это будет поменьше окошко. Дальше G по Y. Тянем сюда. Так, хорошо. Дальше. Снова здорово. Делаем И. Говорим индивидуал. Теперь. Так, хорошо. Теперь этот задвигаем внутрь. С помощью вот этого прибора. Ну, это много, ребята. Так вот, вполне достаточно. Куда? Куда? Так, хорошо. И вот это. И это. Ну, сейчас сделаем тоже вот так. Так, но вот этот вытянем больше. Вот такой козырек, да. Сбоку посмотрели, опустили, сказали GZ. Можем чуть-чуть наклонить даже. Так вот. Мощный зверь получается, да? Мощный. Время смотрим, 21 минута. Ну, в принципе, достаточно. Тут двери делать не будем, поставим только эти. Ну, как всегда, зеркала и две ручки. Да, достаточно. Так, если это немножко приподнять. Угу. Но сделать это интереснее. То есть вот это погнать сюда. Так, это будет. Кто это будет? Это будет. G по Y, да? Вот так. А этот немножко уменьшить. G. Ну, вот так. Так, а это чтобы не происходило таких некрасивых вещей. Мы подаем. Смотрим сбоку сюда и тянем наверх. G под эту. Угу. Так она вроде как славно. Получилось. Единственное, что немножко сюда надо ее поставить. Вот так. Как-то сдвинулись, непонятно почему, когда это произошло. Но это произошло. Конечно, желательно бы еще чуть-чуть повыделываться. Сейчас, секунду. G. О, или это и есть сказать. По X, ну-ка. Так вот, если. Так, и вот эти ребра. Вот эти ребра. Сказать Ctrl-B. Да, так оно будет мощнее смотреться. Тут, правда, получили мы треугольничек. Ну, дай бог с ним.
пусть живет и радуется. Можно было не делать это, конечно. Ну, если сделали, то почему бы нет? Все, она выглядит так более солидно, более так мощно. О, такая штука. Ну, тут можно еще отбойник сделать или два клыка таких захреначить. А что, давайте сделаем. Время-то есть еще? Нет? Нету.